11.06 в Кирове. В эфире программы «Дневной разворот». В студии Дарита Пузлиева. И Анна Лапшина. Даша с возвращением из отпуска. Она веселая, радостная, стриженная, чему я очень удивилась. Мы сегодня работаем в прямом эфире. Работаем 2 часа, как обычно. Во втором часе будем говорить про идущее сейчас голосование по поправкам Конституции. Плавно подходящее к своему концу уже. Да, ну фактически завтра будет официальный день голосования. Всю предыдущую неделю можно было голосовать досрочно. И с нами на связи будут как раз люди, которые успели это сделать, будут рассказывать о своих впечатлениях, что там происходит на участках избирательных, действительно ли выдают маски, на пеньках, в автобусах, да, можно ли ручки с собой забрать и прочее, прочее, прочее. Ну и более серьезные, конечно, темы мы поднимем. Это все после 12 часов, и слушатели можете тоже присоединяться по телефону 211-101, звоните в прямой эфир. В первом части тема у нас... меньше связано, наверное, с политикой, но также связано с нашим будущим. Мы будем говорить об итогах поездки большой группы людей, заинтересованных людей, неравнодушных людей на территорию Квату. В середине июня она состоялась, эта поездка. Организована была нашей коллегой Светланой Занько, и члены комиссии по экологии общественной палаты побывали на этой территории вскоре после того, как Светлана, как я понимаю, туда выбралась вместе с дочкой, увидела все вот это вот буйство зелени, значит, и растений, и всего-всего. Светлана это любит, она об этом рассказывала в нашем эфире, да, вот все эти прекрасные растущие культуры, да, и... большое количество экспертов съездило, и сейчас, как я понимаю, по итогам поездки готовится несколько документов для того, чтобы эту территорию каким-то образом все-таки сохранить. Пока она, к сожалению, ну, в запущенном таком состоянии. Представляем наших гостей. Наталья Савиных, руководитель Центра компетенции использования биологических ресурсов Вятского госуниверситета. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Петров, заведующий кафедрой гигиены Кировского государственного медицинского университета. Добрый день. Добрый день. Да, и Надежда Харитонова, начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации Министерства охраны окружающей среды Кировской области. Да, здравствуйте. День добрый. Это все участники поездки. Еще с нами на связь будет выходить по телефону Тамара Яковлевна Шихмина, председатель комиссии по экологии и природопользованию общественной палаты. Тоже она была в этой поездке. И как раз Тамара Яковлевна, как я понимаю, такой центр, который собирает у себя и аккумулирует все пожелания участников. Давайте мы, наверное, все-таки, Наталья Павловна, с вас начнем. Да? Насколько вот то, что вы увидели на территории Квату, вас поразило? Поразило все. Но поскольку я, в общем-то, в душе своей по специальности ботаник, то я смотрела, конечно, прежде всего на сообщество растений и на отдельные виды растений, которые там встречаются. Сообщества растений представлены отдельными посадками деревьев, таких декоративных очень, причем из нашей местной вятской флоры. Не местные растения, только клен американский или клен ясенелистный, которые все знают. Во-вторых, это большие такие луговины, красивые, с очень цветущие, яркие, красочные. Луговины это луговины, что такое? Это небольшие луговые площадки, вот такие вот площадки лугов. Ну и здесь вот, на всей этой территории, меня поразило то, что не в очень хорошем состоянии находятся те растения, которые были высажены. И особенно им мешает клен ясенелистный или американский, который заселился и в посадках, и на луговины он заходит вот там, вот и мешает, и по сути засоряет всю эту территорию. Это сложно. И даже вот те красивые лиственницы трудно сейчас просмотреть иногда в некоторых местах среди этих клёнов. Наталья Павловна, а можно вот немножечко уточню я? Во-первых, вы были на этой территории ранее или вот первый раз там оказались? Ну, к своему стыду, я была там первый раз. И как поэтому, большинство кировчан, да, наверное. Да, как и большинство кировчан. И вот поэтому, конечно, если представить сейчас, какие это были аллеи раньше... Ну, сейчас не так красиво. Угу. Тем более, что клен разросся, и он мешает остальным растениям, декоративным, красивым растениям, и мешает обзору. Относительно растительности, да. А насколько вообще территория большая? 12,5 гектаров. Если вот я правильно запомнила, это вот такая вот территория. 12, это огромная зеленая зона. Да, это огромнейшая зеленая зона. Огромнейшая просто. Теперь, если говорить о составе растений, этот момент поразил еще больше. Вот представьте, 1470 видов растений встречается во всей Кировской области. И 11%
мы нашли из них при первом обзоре, просто пройдя по дорожкам. Если смотреть это детально и изучать, это будет как минимум в два раза больше. Поэтому эта территория – это не только сохранившийся, скажем так, очень старинный участок нашего города, это прежде всего еще и великолепное собрание растений нашей флоры. Такого у нас уголочка, я не думаю, что есть где-то еще в городе. А я правильно понимаю, что фактически вот это такой уголок дикой природы получается, да, да, в Кирове? Да, да. То есть не надо ехать в лес? А это разнообразие, да. Оно вообще там откуда? Ну, то есть это изначально все было где-то высажено с какой-то целью? Как вообще получилось, что там такое Надежда огромное Викторовна, количество? Дополняйте. Ну, наверное, это сохранилось еще с тех давних времен, когда пытались новое строение вписать в природный ландшафт. Да, да. И, соответственно, да. Минимальная была какая-то трансформация вот того растительного сообщества, которое существовало на этой территории давно-давно. А я правильно понимаю, что, то есть, получается, еще со времен епархии, там же вот территория, да, епархии, да. То есть это еще прошлый, там, позапрошлый век, тут что-то такое, да? Да, вот именно. А потом квату было, там же не проводилось никаких вот таких озеленительных мероприятий, они поддерживали то, что есть. Что досталось. То, что досталось. Угу. Вот, они просто ухаживали за всем этим и ничего не подсаживали нового. Знаете, из декоративных растений, таких вот, ну, совсем, которые обычно выращивают в наших садах или в приусадебных участках, ну, нарциссы там есть, пиреи некоторые, и больше, пожалуй, вот ничего. То, что посажено было специально. То, что посажено было. Все остальное, оно само растет. Да. Но самое-то уникальное, что там еще есть три вида охраняемых, уязвимых растений, которые находятся в приложении Красной книги Кировской области. И причем они там существуют в достаточно хорошем состоянии, вот это сообщество, отдельных растений. Есть и молодые, есть и старые, есть цветущие. То есть ничему существование этой группы растений, ботаники называют их ценопопуляцией, угу. Ничего не угрожает. То есть вот сохранение этих растений, это вот, ну, просто наша задача. Там есть и ландыш. Ну, может быть, ландыш в посадках был. Там есть еще один и дремлик. Вот на моей памяти дремлик еще встречала я когда-то очень давно в парке имени Кирова. Это второй парк, вот вторая территория нашего города, в которой есть это растение. Угу. То есть в остальных зонах, именно в Кирове, если мы про Киров, да, говорим, про, да, областной, да, центр, да, этого, да, нет. Ну, я не буду отрицать значение и состав растений дендропарка, там тоже много чего интересного, угу, есть. Но дендропарк, он все-таки как-то... Это охраняемая территория. Это охраняемая. А здесь, это уже, а здесь охраняемая, нет, территория. А здесь вот просто зеленый уголок нашего города. А будет вестись какая-то работа, то есть полностью, чтобы перечислить, что там есть, да? То есть вот вы говорите, это примерно 11%, да, процентов. Посчитать это изучить. То, что... Ну, вы знаете, в нашем центре компетенции такие работы проводятся, и мы с удовольствием ее выполним, если кто-то нас об этом попросит. Но мы, наверное, это будем делать и без того, что нас попросят, но интерес уже такой появился. То есть пока на энтузиазме, да, это все, а, да, там дальше, я так понимаю, что все-таки вот от результатов вашей поездки, результатов ответа на те бумаги, те документы, которые будут направлены в областное правительство, как я понимаю, да, будет зависеть дальнейшие действия. Ну, конечно, конечно. Во-первых, здесь надо изучить состав полной растений. Угу. Во-вторых, проанализировать, что есть в этих посадках, что мешает этим аллеям, и наметить мероприятия, которые там надо провести. Это первый этап. Второй этап – это провести эти мероприятия, убрать этот клен, потому что он действительно... Он очень мешает. Он сорняк. Угу. Он мусорничает там, как и вообще на всех наших территориях, которые запущены в настоящее время являются. Понимаете? Ну вот, и третий уже, скажем, блок, который, может быть, и параллельно должен пойти, это создание какой-то там инфраструктуры, и как-то использовать те здания, которые есть. На мой взгляд, это рекреационный, образовательный и культурный центр города нашего должен стать. С сохранением биоразнообразия. Это уникальная будет территория, которые, я не знаю, Надежда Викторовна, есть ли в других регионах? Ну, наверное, Москва, наверное, Москва, наверное, может себе позволить что-то. Да. Ну, вот, для таких провинциальных городов, как Киров, наверное, вряд ли. Да, вот. Это будет, мы будем первыми, если это получится. Если получится, да. Ну, вот по поводу опыта, да, маленьких провинциальных городов, мне хотелось бы тоже отметить место, откуда вернулась я недавно, это центр Республики Коми, Сосногорск. Там между двумя районами был сохранен большой, очень большой кусок леса, то есть хвойный лес.
и его полностью сохранили, то есть на месте этого куска леса сделали парк. То есть его не стали ни застраивать, ни отдавать там, ни под спортивные объекты, ни под что. То есть это просто стал огромный парк в центре леса. Так что даже в очень маленьких городах такие примеры, к счастью, есть. Поэтому, думаю, у Кирова есть все шансы обзавестись. Ну, если не чем-то подобным, то, по крайней мере, сохранить там эту зеленую территорию. Как-то вписать его в городской ландшафт, вот этот вот большой зеленый кусочек природы. Да. Да. А к Сергею Борисовичу у меня вопрос, наверное, как к специалисту и к медику. А для города, для нашего города и для того района, вот, да, где находится территория Квату, насколько важно сохранение именно зеленой зоны? Вот именно для здоровья наших горожан. Ну, смотрите, современная городская среда, современный город, да, это самостоятельная среда обитания, которая, по сути дела, состоит из двух компонентов. Это природная среда, изначальная, которая там уже была, и среда антропогенная, искусственная, созданная человеком, которая как бы сверху накрывает эту природную среду. И у нас получается такая мозаика своеобразная из компонентов природных и компонентов антропогенных. И, к сожалению, современной тенденцией является постепенное сокращение этого природного компонента в городской среде. Все меньше и меньше. Камень наступает. Да, да. А с другой стороны, если природная среда, она способствует оздоровлению человека, восстановлению его способности сопротивляться инфекциям, допустим, онкозаболеваниям и тому подобное, а среда антропогенная, она наоборот, она способствует увеличению количества заболеваний, она нагружает организм человека таким образом, что он теряет способность сопротивляться заболеваниям, онкопатологии, в частности, инфекционным заболеваниям, снижается потенциал здоровья человека, баланс здоровья сдвигается в отрицательную сторону. Далее. У нас существуют, конечно, наши нормативы, гигиенические и организации санитарного надзора, которые отвечают за их соблюдение. И, как правило, они соблюдаются, эти нормативы. Но, смотрите, в чем дело. Городская среда, она среда многофакторная. То есть факторы, химический фактор, физический фактор, биологический и так далее, они сами по себе по отдельности могут находиться в пределах нормы. Но мы-то с вами живем не в вакууме, не под воздействием одного фактора. Поэтому они действуют на нас сочетанно. Сочетанно, подчас потенцируя, усиливая влияние друг друга. И вот этим городская среда и, собственно говоря, опасна для здоровья человека. Смотрите, а есть какие-то, я не знаю, исследования, которые бы показывали, то есть как отличаются там вся вот совокупность этих факторов от района к району, да, то есть, например, новые микрорайоны, где нет никакой зелени, да, старые районы, где есть какие-то парки. Есть какая-то действительная градация, да, которую можно посмотреть? Дворец Пионеров, территория достаточно зеленая, да, например, и где у нас совсем-то мало зелени? Зиновый, да, противоположный. Ну, допустим, сторона, да, например. То есть там были поля в свое время, и не так много вот деревьев, именно и сохраненной какой-то вот растительности. Насколько я понимаю, речь идет о картировании территории города по уровню воздействия разных факторов городской среды. К сожалению, это сделать очень трудно. Наиболее изучен и контролируем у нас на сегодняшний день это химический фактор. То есть это выбросы. Это загрязненность атмосферного воздуха, прежде всего, воды и почвы. Насколько я знаю, у нас проводится мониторинг атмосферного воздуха по уровню загрязненности. Имеются в распоряжении Росгидромета и Центра гигиены и эпидемиологии автоматические станции, которые время от времени осуществляют забор проб воздуха. Имеют также маршрутные точки, по которым курсирует лаборатория передвижная мониторинга атмосферного воздуха у нас. И, в принципе, это по химическому фактору, по загрязнению воздушной среды, более-менее как бы картина ясна по городу. И то она не соответствует современным требованиям. Почему? Потому что сегодня, в частности, в Москве, в других крупных городах уже проводится круглосуточный мониторинг загрязненности атмосферного воздуха. Вот специальная аппаратура стоит. Ее много, она покрывает всю территорию. И поэтому, да, они могут картировать полностью территорию. То есть у них полная картинка есть, а у нас кусочками. Как бы, да, мозаика. То есть у нас разные аппараты, они еще к тому же разные вещества мониторируют.
Но, тем не менее, надо к этому стремиться. Вот. Физический фактор изучен в меньшей степени. Это, допустим, напряженность электромагнитных полей, тех же самых. Хотя тоже, конечно же, нуждается в изучении. Шум, вибрации, вариант. Еще очень немаловажная вещь, конечно же, это информационный фактор. Сегодня есть понятие ведь информационной гигиены и информационной экологии. Мы сегодня живем в информационной среде, которая нас тоже нагружает. Угу. Понимаете? И вот все это вместе, это многофакторное воздействие. Не что-то по отдельности, это все вместе нас воздействует. Поэтому для городского жителя очень важно как бы отстраиваться от этого вот влияния. Время от времени прерывать контакт с этой неблагоприятной многофакторной средой. Ну вот интересно, да, ну понятно, что в Кирове, скорее всего, таких исследований не проводится, но, возможно, слышали, может, где-то в других городах России или мира, вот воздействие как-то вот городской среды именно на психологию, да, на то, насколько комфортно человеку жить там рядом с парком, да. Ну, условно говоря, он в стрессе, например, да, из-за работы. То есть жители Норильска испытывают больше стресс, чем жители, я не знаю, ну, кстати, это Альметьевска. Да, интересно было бы, на самом деле, посмотреть. Тут какой нюанс. Стресс, он, в принципе-то, не так вреден. Стресс определенного уровня, он полезен для человека. Он нас держит в тонусе, он помогает нам поддерживать активность определенную, он как бы делает нас сильнее. Мы продолжаем двигаться дальше. Без стресса. И такие опыты проводились, в частности, на животных. Вот знаменитый мышиный город. В США психологами проводился такой большой эксперимент, которая показала, что в отсутствии стресса, в отсутствии нагрузки, в отсутствии ответственности, в принципе, это очень быстро наступает вначале как бы разрушение духовное, а потом и физическое. Поэтому доля стресса нам полезна. Но где-то надо расслабляться. Ну, да, но не хроническое, конечно же. Поэтому нужны зоны, доступные зоны. Рекреации, да, зоны, да, чтобы не только подышать можно было, но и глазам, чтобы было красиво. Да, вот зеленые, на что глазу остановиться. Да, вот я где-то слышала, по-моему, даже наши студенты когда-то очень давно проводили такой эксперимент, как цвет через зрительный анализатор, в принципе, действует на высшую нервную деятельность, да, человека. И показано, что зеленый цвет, он успокаивает именно через глаза. И даже почему-то, видимо, может быть, поэтому, как когда-то и парты в школах красили в зеленый цвет. Ну да. И известно, что когда вот мы, например, ботаники, мы это прекрасно понимаем. Насколько бы мы ни устали, если мы выехали в лес, то сразу уже получаешь вот такое расслабление, успокоение. Но в данной ситуации, можно я вот сейчас вклинюсь, да? Вот на этом участке есть растения не только полезные, которые успокаивают, помогают человеку, воздух делают чище, но и растения опасные. Я бы как бы назвала в своей справке, это нежелательные для существования в населенных пунктах, особенно в парках и в скверах. Ну, такие, например, как полынь, которая вызывает аллергию у людей. Такие, например, как лопух большой, который тоже может вызывать аллергию у людей. Скоро в августе начнут многие чихать, вот это появляется. И крапива, и борщевик сибирский там тоже найден. То есть за этой территорией надо еще и ухаживать в этом смысле. Есть такие нежелательные растения, которые... Ну, на первом этапе как будто бы ничего. Вот, например, свербига восточная, желтые высокие растения, высокие растения с желтыми цветками. Они красивые, пахнут медом, да, ну, вроде бы так, это все хорошо. Но когда эта свербига полностью зайдет на этот самый, на эту луговину, это уже будет вид совершенно не тот. То есть вот... То есть она как сорняк работает, она собой забивает, получается, да, все остальные растения. Есть в биологии такое понятие, как экспликанты, то есть растения, которые заселяют все, поселяются везде. Вот. Как сорняки. Они действительно сначала это вроде бы ничего, а потом красиво смотришь, желтенькая свербига растет и пахнет медом хорошо. А потом высокая, она вот такие бывает. И заполняет собой все. Равно как и борщевик, то же самое. Но борщевик он еще и опасен. Да, он еще и опасен. Поэтому вот о таких растениях, конечно, надо там думать на этой территории, если придется. Ну, я думаю, что стоит думать, и даже необходимо думать, потому что даже сейчас люди, которые
которые гуляют, они не будут получать скоро большого удовольствия от этого, если это все сохранится так. Там еще есть и интересное растение, такое как люпин многолистный. Вот люпин тоже красивый, когда его немного. А когда его много, он опять же вытесняет все это природное, да, и уже все. И появляется сплошное поле люпина, и чтобы вот не допустить, красивое. Чтобы те луговины, которые там были, ну, он красив. Только когда он цветет. Ну, это да, да. Когда он цветет. Но ведь мы же потеряем те 11% местной флоры, если люпин сюда придет. Поэтому вот в этом направлении тоже необходимо работать на этой территории. И именно во благо здоровья человека. Ну, вот по поводу работы, да, Надежда Викторовна, есть какие-то законодательные рычаги, чтобы как-то сохранить эту территорию? Возможно, есть какие-то программы, в которые может быть включена территория квартиры? А вообще, я правильно понимаю, что поскольку, ну, как бы территория, она в собственность области ведь не так давно перешла, да, до этого там часть, ну, принадлежала Минобороны, до этого часть передали епархии, я не знаю, там со своей стороны чем-то занимаются или нет, области передали не так давно. Исследование этой территории, как я понимаю, там комплексное не проводилось. Нет, конечно, то есть это вот первая попытка получается, да? Да. Это первая попытка, и, безусловно, пока эта территория принадлежала Министерству обороны, никто даже думать не мог о том, что там что-то может быть иное. Поэтому, конечно, сейчас вот, когда все посмотрели, и когда мы прекрасно знаем, что для Кирова вообще у нас, наверное, ну, крайне важно сохранить большие участки территории, которые бы были зелеными уголками, не просто вот где-то аллея вдоль шумной улицы, а именно куда могли бы люди зайти семьями погулять, мама с детьми или бабушки с внуками. То есть это очень важно. А когда это еще и было бы обустроено и выглядело красиво, то есть это вдвойне, наверное, положительный эффект от этой территории мог бы быть. Ну а с учетом того, что, безусловно, вот как уже сказала Наталья Павловна, это могло бы еще и с точки зрения образования, эта территория использована тут, ну, я думаю, просто бесценная. Ну, ее возможно как-то, правда, защитить от того, чтобы там не начали строить? Ну, от массовой застройки, от массового уничтожения вот тех видов разнообразных, которые там растут. Можно это сделать или пока вот непонятно? Пока, к сожалению, очень непонятно, что, какие планы вообще на эту территорию есть, в том числе у правительства области. Безусловно, мы сейчас со своими рекомендациями, наверное, на основании тех, пусть даже первичных каких-то исследований, будем рекомендовать, ну, такой подход сохранения этой территории с дальнейшим ее использованием. Бережного отношения. Конечно, да. Конечно. То есть вот, ну, нет такого, не хотелось бы кардинально увидеть, что все снесли, значит, включая фундаменты оставшихся зданий, и полностью, значит, что-то возвели новое совершенно там. И неизвестно, какая вокруг будет создана или не создана парковая зона. То есть этого, конечно, бы очень не хотелось, потому что, ну, безусловно, Киров, особенно вот тот микрорайон, он, наверное, заслуживает сохранения такой парковой зоны. Более того, она там просто напрашивается с учетом вот того существующего пруда, и той, да, вот зоны, да, вокруг пруда, то, ну, ну, пруд, знаете... Да, мы там, сейчас до него доберемся. Да, там есть вот пруд, он, наверное, используется и до сих пор как пожарный водоем, но совершенно шикарное место, которое могло бы быть для отдыха обустроено, ну, просто сказочно. То есть фактически это вот в центре города с водным объектом, чего всегда в городах не хватает, конечно, за что борются. Сделаем сейчас чуть-чуть перерыв. Пораньше уйдем на рекламу, а потом тогда пообщаемся об этом чудесном водоеме. Поговорим о чудесном водоеме. Продолжаем дневной разворот. Говорим о территории Квату, о том, ну, к сожалению, пока не о том, какие планы на нее есть. Закончили мы разговор перед рекламой о том, что на территории есть еще и водоем, как оказалось. Я просто тоже в перерыве гостям говорила, что, к сожалению, ни разу там не была. Возможно, вот стоит восполнить этот пробел. Что за водоем? Он большой, то есть, я так понимаю, пожарный он, да, какой-то? Или какое у него назначение? Или он естественный? Здесь сказать сложно, какое именно изначально его происхождение. Вот, ну, то, что его используется в качестве пожарного пруда, это да.
А как он вообще может быть вписан, там, я не знаю, в даже в будущем куда-то? То есть тоже какую-то зону рекреации, возможно ли там создать, там, я не знаю, где, в каком, на каком участке он там находится? То есть есть ли вообще в этом смысл? Ну, красивый водоем. То есть он большой, да, по территории? Да, да, он, да, он большой, и в принципе признаков его скорейшего зарастания, угу, вот я, по крайней вообще мере, нет, не отметила. Да. Поэтому там прекрасно себя чувствуют караси, то есть они... Они визуально видны, там достаточно много уток, поэтому, ну, это, наверное, было Сергей Борисович нам показывает замечательное, как раз фотографии, замечательное место, в принципе, для отдыха. То есть вокруг этого водоема обостроить красивые дорожки, может быть, поставить скамейки. То есть это... А я правильно понимаю, что там вот вы когда были, не так много кировчан, горожан там гуляет? То есть я так понимаю, что в свое время территория была закрытая, и, видимо, люди привыкли, да, к тому, что туда, да, нельзя заходить, и кто-то там, естественно, из местных жителей, из близлежащих знает домов лаз, знает про это, да? Но там, говорят, вообще проходы есть, чуть ли, да, вот, чуть ли не, да, через ворот туда, да, можно проходить, да? Да, вот, да, да, но их не так много. То есть вы когда ходили, не было такого, что массовое количество гуляющих, нет, отдыхающих? Нет, но это был рабочий день, поэтому, наверное. Да. Вот, а дорожки, вот мы сказали про дорожки, там вообще сохранились ведь дорожки какие-то, да? Прекрасные асфальтовые дорожки, аллеи вокруг них, березовая, лиственничная аллея, есть ели высажены, и финская ель наша вот местная высажена, и ель колючая, которая голубая. Угу. Вот, даже красивые, голубые ели, да, да. А вот смотрите, да, а насколько, да, вообще возможно, да, понятно, что какое-то там полноценное благоустройство, о нем сейчас речи не идет, да? Но возможно ли, я не знаю, там, привлекать туда людей, горожан, вот как Аня говорит, даже тех, кто не знает, что территория сейчас открытая, но я не знаю, там поставить несколько скамеек, это не так и дорого, там, да, пару урн, чтобы было понятно, что эта территория может быть интересна людям. Или этого сделать нельзя из-за того, что там есть здания, которые, возможно, я не знаю, находятся там в аварийном состоянии, представляют какую-то опасность для людей. Ну вот здесь, мне кажется, как раз вопрос-то в том, что нужно понять, какой статус может быть у этого участка, потому что там, я говорю, да, часть территории в ведении епархии, часть территории в ведении Кировской области, и вообще непонятно, нет, кто регулирует вопрос с установкой лавочек. Нет, я не думаю, что поставить лавку – это что-то противозаконное. Нет, но все равно ведь собственником территории эти вопросы надо согласовывать. Я, да, я понимаю, что вопрос идет об этом. И прежде чем начинать благоустраивать территорию, тоже надо понимать все-таки, кто отвечает за нее. Да, и наверняка, и наверняка же тут тоже должна быть комплексная какая-то история, потому что если одна территория области, а вторая епархия, то как минимум между собой они должны договориться, да, чтобы, да, не получилось, что один участок, Аня, ты прибираем, прям, а второй нет. Сразу начинаешь говорить бюрократические заборы, просто вот, да, один за одним их настраивать. Я просто вижу проблему, вот и все. У нас будет в охране территории определенное поддержание там порядка. Да, ну вот, да, это как раз то, о чем Дарья говорила, про то, что, возможно, вот те здания полуразрушившиеся, да, которые, да, остались, они представляют угрозу, в том числе там для детей, для подростков, не знаю, там собираются они вечерами, не собираются. Собираются. Да, и угрозу представляют очень высокие деревья, в частности, тополя, например. Угу. Они очень высокие, если такие ветры будут, как вот у нас в субботу может был, да. Они могут упасть, может ветка отломиться, и неизвестно, кто там окажется под этим деревом. В таком случае, смотрите, вот какой у меня вопрос. Мы не можем пока дозвониться, к сожалению, до Тамары Яковлевны. Она за городом сейчас, поэтому не знаю, как там со связью. Пробуем еще. До конца эфира у нас есть 10 минут. Может быть, успеем. А вот на ваш взгляд, всех вас, как участников поездки, как специалистов, какие есть варианты тогда использования этой территории? То есть мы сейчас не говорим о том, что решит собственник, да, или там собственники. А вот для сохранения того разнообразия, которое вы увидите, какой может быть вариант? Первое – это создание зеленой зоны, которую полностью, там, содержание которой возьмет на себя собственник этой зоны, там неважно, кто это будет, город, епархия, еще кто-то, и полностью как зеленую зону будет содержать. Но при этом это не отменяет того, что на территории-то есть все равно какие-то постройки. Есть вот постройки, и они, они не в самом лучшем состоянии. Да. Есть еще варианты какие-то, которые позволят сохранить именно вот разнообразие вот это биологическое, и, или нет? То есть либо зеленая зона, либо все вырубаем и под застройку. Или есть какой-то комплексный вариант, который возможен? Ну вот есть, на мой взгляд,
Последние все вырубаем и застраиваем. Это категорически невозможно. Это просто преступление перед теми людьми, которые жили до нас, которые живут сейчас и которые будут жить после нас. И мне думается, что использование этой территории как вот именно такой образовательно-рекреационно-культурный центр с поддержанием состояния вот этого биоразнообразия, вот это был бы, на мой взгляд, самый лучший вариант. Если это какую-то охраняемую территорию, так, наверное, там не очень получится. Нет, вот. Это не лучший вариант в данном случае, потому что территория в центре города, она должна использоваться, наверное, с пользой в первую очередь для людей. А статус охраняемый, он наложит, соответственно, определенные ограничения. То есть очень серьезные ограничения, и в данном случае вот то биоразнообразие, про которое Наталья Павловна говорила, нам лучше сохранить, наверное, где-то все-таки вдалеке от города. То есть создав определенные участки с типичными для Кировской области комплексами природными и ландшафтами, то есть это будет гораздо разумнее и целесообразнее. Да. А вот в городе территория должна работать на человека. Да. Создавая ему комфортную среду обитания, создавая ему положительные эмоции, хорошее настроение, и, безусловно, это все скажется в конечном счете на его здоровье. И смотрите, еще там ведь очень хорошая транспортная доступность территории. Из любого конца города туда, в принципе, можно добраться даже на общественном транспорте легко. Да, даже пешком можно дойти, пешком, потому что не так это далеко, это не окраина города совсем, да, то есть это фактически со всех сторон еще окружено жилыми какими-то микрорайонами, то есть из любого из них, в принципе, можно дойти пешком, доехать на велосипеде, там внутри покататься на велосипеде, если будет созданная инфраструктура, потому что для Кирова это, кстати, очень большая проблема. Люди, которые любят кататься на велосипедах, в центре города вообще возможности не имеют это сделать, кроме как по тротуарам. И вот сейчас очень современно такое направление, как создание искусственных экологических систем. То есть вот этот самый, та вот самая луговина есть, ее поддержали, да. И вот сюда, во-первых, люди могут прийти, посмотреть, погулять, насладиться этим замечательным воздухом и этой красотой. Во-вторых, сюда могут прийти, можно привести детей из близлежащих школ, провести экскурсию. Ребята могут тут провести какие-то исследования. В конце концов, на той площадке, я думаю, что если бы Тамара Яковлевна говорила, она бы об этом обязательно сказала, что здесь можно создать какой-то именно центр дополнительного детского образования. Понимаете, там микрорайон большой, и куда-то ездить, или филиал какого-то, скажем, такого вот учреждения дополнительного образования детей именно вот по естественному направлении. Здесь могут выполнять свои выпускные, квалификационные, курсовые работы студенты нашего университета, сельскохозяйственной академии, можно же медицинской в университета какие-то, потому что исследования не надо ехать куда-то. Вот у нас в городе вот такой кусочек природы, где вот можно естественные исследования проводить. В частности, наша вот одна студентка изучает ценопопуляцию сообщества вот этого растения пальцекорника красного, и как раз вот за день только до нас она приходила, и нам показали именно местонахождение. То есть использование в образовательном смысле и в просветительском смысле может быть очень широкое. Это могут быть какие-то экскурсии для населения, вот именно о растениях, которые там обитают, о сообществах, которые там есть. Вот рассказать, например, можно очень много о том же клёне американском. И это людям будет понятно. И как он у нас здесь появился из Америки? Как он у нас появился из Америки? Посадили вот его. Принесло, да? Посадили его. Похоже, сейчас ветром разносит. А теперь он у нас сорняк, понимаете? Там есть совершенно замечательные лиственницы. Вот я тут рассказывала коллегам, вот знаете, почему лиственницы? Мне кажется, я лиственниц вообще в Кирове нигде не видела. Да нет, здесь у нас их очень много. Недалеко, то есть, понимаете, вот образовательная функция у этого учреждения должно быть, на мой взгляд, несколько функций. Первая функция – это, конечно же, зеленая зона. Это благоприятная среда для людей. Во-вторых, это просветительская функция. Это
знакомство людей с нашей вятской флорой. Наверняка там животных очень много интересных встречается. Это образовательная функция, это дополнительное образование школьников, это выполнение работ всевозможных студентами, научных исследований преподавателей и сотрудников, понимаете? Ну и рекреационное, просто люди ходят и гуляют. Ну, насколько я помню, вообще за создание там образовательного именно кластера высказывался в том числе и губернатор. Поэтому, да. Возможно, ну, с поддержкой на самом высоком уровне, возможно, будет, ну, что-то выгореть. Вот здесь, кстати, вопрос тоже. Мы говорим о том, что, возможно, там образовательное какое-то использование этой территории. То есть я так понимаю, что строительство именно образовательных учреждений на этой территории не нанесет ей большого вреда. Ну, или строительство там нежелательно любое все-таки. Ну, я не знаю, вот как коллеги... То есть вот в любом случае, вот есть там сейчас старые вот эти разрушенные здания, мы не говорим сейчас про здания, которые исторические, которые епархиальные, да, мы говорим про те здания, которые были в свое время там построены к ВАТУ, да, вот эти здания, например, если их разбирают, на их месте что-то создается, а дополнительная застройка там возможна, или это уже нанесет вред вот этой зеленой территории? Потому что если там где-то высказывалась места, возможность, которые... ну вот в свое время там использование этой территории как образовательного кластера, то есть создать там несколько учебных корпусов построить, да, для наших там, ну, условно вот, гимназий, лицеев, еще чего-то. Пример Дворца пионеров, да, где вот этот вот кусок парка, казалось бы, достаточно большой, вроде бы забрали, да, то где сейчас находится море-парк, не помню, да, название. Ну и вроде бы сейчас вот я ехала, посмотрела визуально, и не сказать, что очень много территории у парка отняли, хотя тогда казалось, что прям огромный какой-то такой кусок, и органично достаточно вписалось туда это здание. Возможно, там тоже есть где-то, вот я не знаю, сбоку, с выезда. Есть ли где-то там территории, где можно строительство провести с минимальным ущербом вот для природы? Но вы знаете, за одну вот такую маленькую экскурсию сделать такое сложно. Категоричное заявление, конечно, сложно. Но ведь там, вот мы заходили в то здание, спортивного зала. Спортивный зал, там казармы, где жили студенты, эти курсанты. То есть, понимаете, то есть там есть территория, которая застроена уже. И новые-то, может быть, и не надо. Должны поработать архитекторы, дизайнеры. Эксперты вот. Строители, посмотреть. Да, сверху поменять. Сколько там вообще зданий? Ну, мы это не скажем. Не считали растения, не здания. Там еще бомбоубежище нет, есть. Ну, в смысле, я имею в виду, то есть там счет как на десятки идет, единицу, ну, там, или их 2-3 всего. Ну, то есть... Мне кажется, ну, там в районе... Больше, чем 2-3, наверное. В районе десятка. В районе десятка, если не больше. Минута у нас остается до конца эфира, поскольку не успели мы связаться с Тамарой Яковлевной, я все-таки попрошу наших гостей мне пояснить. Вот эти все справки, да, которые вы готовили информационные, вы их передаете Тамаре Яковлевне, Тамара Яковлевна со своей стороны, как председатель комиссии по экологии, эти документы направляет, как я понимаю, уже на имя губернатора. Ну, похоже так. А есть сроки какие-то, в которые вы хотели бы получить ответ? Пока непонятно. Пока непонятно. Мы только сразу же после нашей вот этой экскурсии подали эту справку. Я буквально на следующий день, да, вот буквально я. Тамара Яковлевна уже сама вот это обобщает все И передаёт дальше, да. куда нужно. Да. Хорошо, благодарим наших гостей. Наталья Савиных, руководитель Центра компетенции использования биологических ресурсов Вятского госуниверситета. Надежда Харитонова, начальник отдела охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды нашей области. И Сергей Петров, заведующий кафедрой гигиены Кировского государственного медуниверситета. Мы за темой обязательно будем следить, будем смотреть, как развиваются события. Спасибо большое. Через 20 минут вернемся.